начале, как раз после 20, когда он уходил 1-1, и там штангой ударился, но еще не появлялся. Да, будем думать, встреча закончена. Так, свисток раздается, Свиязов против Вячеслава Войнова. Самая настоящая драка в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Шлем слетел с Войнова, пытается он тут справа все-таки добраться до Свиязова. Никто пока не падает. И все-таки лайнсмены подлетели и растащили игроков. Мне кажется, поторопились. Конечно, поторопились, потому что никто не упал, и была драка, они просто стояли. Но на чем-то решили не падать. Кровь на лице Кирилла Свиязова. Довольно жесткий защитник. Сразу медицинскую помощь оказывает на скамейке. Вот и Дмитрий Юшкевич. Рядом с врачами, кстати, расположился. Так, Свиязов отправляется в раздевалку. Куда отправляется Войнов? Вот вопрос. Ну, тут попытка такого силового приема. Свиязов в Мозеса толком не попал. Воинов в Свиязова толком не попал. Но дальше вот это вот толкаются, толкаются. Ответка от Воинова. И поехали выяснять отношения. Так, наверное, по очкам Вячеслав Воинов победу одержал. Да, и последний удар там как раз снизу был. Как раз когда перед тем, как судьи начали разнимать, там попал очень неприятно. Но все равно никто не упал. Боролись ребята до конца.